В нашем регионе с марта по октябрь этого года Томская областная детско-юношеская библиотека проводила смотр-конкурс деятельности районных библиотек по патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Поклонимся великим тем годам». Основная цель конкурса – сохранение памяти о героизме защитников Отечества и мужестве тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. На конкурс было представлено 52 работы из библиотек районов Томской области. Из них 14 работ были направлены на конкурс из Колпашевского района. В конце ноября жюри подвело итоги. Из трех номинаций конкурса два первых места были присуждены колпашевским библиотекарям. Проект Центральной библиотеки «Войною раненое детство» стал победителем в номинации «О победе с гордостью». Над проектом работали Мария Люхина, Нина Ситникова, Мария Сазонова и Данил Болтарев. В видеоинтервью – воспоминания жителей Колпашевского района, на детские годы которых выпали суровые испытания войной. В номинации «В кадре книга о войне» на лучший буктрейлер первое место было присуждено ролику, представляющему книгу «Великая Отечественная война 1941-1945 года», автор Елена Стриженкова. Посмотреть ролики можно на официальном канале библиотеки на платформе YouTube.